Выпускники СПТ трудятся в ядерном центре, в медицинских учреждениях, в образовании, культуре и спорте. Поздравить Саровский политехнический техникум с юбилеем пришли представители разных поколений педагогов и выпускников. В зрительном зале СПТ ветераны техникума, учителя и почетные гости. Мне сегодня выпала очень большая честь поздравить весь ваш дружный коллектив с вашим юбилеем 55 лет. 55 – это только начало развития. Перед вами, кстати, очень много задач под обеспечение задач Российского федерального ядерного центра и госкорпорации «Росатом» и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. У вас не только получают среднее образование, у вас еще и получает эта профессия. Это вдвойне важно, потому что, заканчивая техникум, люди, студенты здесь обучающиеся, уже уверены в завтрашнем дне, имея такого партнера, как Рафиат Ганиев. В честь юбилея педагогическому коллективу и руководителям СПТ вручили почетную грамоту администрации города и медаль за многолетний труд и за большой вклад в развитие системы среднего профессионального образования. Наш техникум сейчас в пятерке лучших. По показателям эффективности является высокоэффективной организацией. И это заслуга всего нашего техникума. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены педагоги, ветераны СПТ. Почетный работник Анатолий Петрович Кузнецов больше 45 лет трудится в Саровском политехе. Он воспитал несколько поколений выпускников по специальностям слесаря, токаря и плотника. За всю жизнь, сколь вот 46 я работал мастером производственного обучения, я ни одного ученика не исключил. Всех, как набрал группу, сколько, 30 или 32, всех выпускал. И всего я, наверное, почти около 600 человек научил. Гости праздничного вечера вспомнили историю, заслуги и награды техникума, накопленные за несколько десятилетий. А ученики и приглашенные гости украсили торжественный вечер творческими выступлениями. Ирина Вышекородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.